На территории подворья патриарха Московского и всея Руси в Дмитровском отметили большой престольный праздник Дмитрия Солунского. В память о великомученике еще накануне прошло всенощное бдение, а уже утром божественную литургию возглавил Иоанн Руденко, епископ домодедовский, викарий святейшего патриарха. По словам служителя, храм может гордиться количеством прихожан. Я во многих храмах Московской области, в том числе, служил, и в Новой Москве. Далеко не всегда, вот так в будний день, храм наполнен людьми. Это показывает не только, что у него древняя история, потому что есть храмы, ну, может быть, несколько помоложе, но не так все-таки наполняется людьми, а то, что идет очень хорошо налаженная приходская жизнь, что священники действительно трудятся над тем, чтобы люди находили здесь пристанище в своих нуждах и действительно имели какое-то благодатное укрепление в тех направлениях жизни, которые им важны. Дмитрий Солунский – небесный покровитель всех воинов. По древней традиции имена святых давали название селам. Так и произошло с Дмитровским, в котором храм сначала был деревянным, затем каменным, но всегда был. Сегодня здание религиозного зодчества – памятник архитектуры 17 века. Здесь бывали патриархи Никон, Филарет и Аким, а сегодня на патриаршем подворье музыкальный фестиваль в честь престольного праздника. В нашей программе была красивая песня про Русь, которую исполнил Москалев Федор. У нас был нежный хоровод «Гляжу в озера синие», который представили девочки 5 класса. И маленькие наши первоклашки исполнили песню про осень. Для всех гостей во внутреннем дворе храма на столах угощения и самовар. Народные гуляния в честь великомученика Дмитрия Солунского.